В городском округе Люберцы полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Молодой человек нанес ножевое ранение в области живота одному из участников шумной кампании, которая собралась под его окнами и мешала спать. Инцидент произошел во дворе дома на Быковском шоссе. Пострадавший находится в больнице. У меня во дворе выпивала постоянно компания большая молодых людей. Вот, мешали спать. Соответственно, разговоры никак не помогали. Ну, соответственно, вот в один день я просто не выдержал и как бы вышел и вот ударил ножом одного из тех, кто выпивал там. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.